Ускорение, сейчас все разлетаться будут. Хорошего вот месяца. Это вообще. Чего-то, кажется, не хватает. О, паровоза! Чего раскричался-то, Игорь? Пап, у нас почти все есть деревянные машины, кроме паровоза. Ты знаешь, я тоже об этом подумал и даже позаботился. Папа, что это? Это сборная деревянная модель локомотива с рельсами и даже с электромотором. Ну, папа, давай тогда погнали собирать. Погнали, ребята. Итак, ребята, наш деревянный локомотив собран. Да, ребята, вы только посмотрите, какая красота! Это же произведение искусства. Открывается дверь, да? Машинное отделение, открывается дверь. Вот, посмотрите, дверь открывается. Здесь у нас отсек для проводки, да? Это электрической проводки. Да. Это у нас рычаг включения самого локомотива. Давайте посмотрим, как это происходит. Нажми-ка. Ребята, это просто класс! Да, это же механизм! Вы только посмотрите, как работает механизм. Все это из дерева, ребята! Игорь, а что это у тебя такое в руках? Это магнит! Магнит еще идет в комплекте, ребята! Да! Do it toys! Вы только посмотрите! Идет в комплекте, но это у нас займет почетное место на холодильнике. Да! Держи! Ну что, давайте продемонстрируем, как работает этот локомотив. Давай скорее. Для этого мы подготовили рельсы, которые тоже шли в этом наборе. Да. Поехали? Да. Погнали. Погнали. Ну что, Игорь, давай, нажимай кнопку включения двигателя. Ну давай. Нажимай. Поехали. Поел. Вот. Тупик. Пап, давай посмотрим, поедет он без рельс. Ну проверь, давай посмотрим, поедет он без рельс. О! Поехал! Вообще без проблем! Ребята, и работает это от двух мизинчиковых батареек. Да, которые спрятаны у нас здесь и здесь, смотрите. Да. Вот под этими специальными щитами со знаком молния. Вот здесь стоит батарея. И рядышком батарея тоже. Круто! Круто! Папа, представляешь, если бы мы были машинистами этого локомотива? Да, представляю, как это было бы круто. Да, это было бы круто. Пап, ну теперь твоя очередь запускать. Да, моя, ну давай поставим. Здесь у нас тупик, и здесь у нас тупик, и все это должен локомотив проехать. Вот этот путь. Поехали, включаем. Ребят, ну как вам такой классный деревянный локомотив? Да, ребята, локомотив действительно классный. Кому понравился локомотив, ставьте лайки. Ну а ссылку мы оставим в описании к этому видео. Точно, забегайте. Ну а сейчас, ребята, мы будем играть настоящий симулятор поезда. Да. Погнали? Погнали. Вперед. Папа, это же настоящие локомотивы древние. Точно. Поэтому я тебе и предложил это играть после сборки нашего крутого деревянного локомотива. Ну что, давай сразу, поехали, какой выберем? Поехали.
Этот закрыт. Везде нужны деньги. Берем самый простой. Как всегда, да? Погнали. У-ху. Поехал Игорь у нас. Ты должен стрелки ловить и объезжать паровозы. Лови. Босс уже рядом пишет. Лови энергию. Вот, объезжай паровозы. Только толкай в бок, а взад не... Да. Взад не толкай, не толкай взад. Взад будет у тебя ошибки. Босс уже близко, ребята. Так. Вот он. Обгоняй его именно по стрелкам. Стрелки лови. Стрелки лови. Стрелки, стрелки. Он тебя быстрее ловит. Быстрее лови стрелки. Так, еще стрелки лови. Я его убил. Отлично. Поехали дальше. Энергию лови. Прыжок. Надо было прыжок использовать. Нельзя ударять взад, а то сразу проиграешь. Да? Да. Ты видишь, тормозишь как быстро? Только в ба... Нет, нельзя так делать. Объезжай их, лови стрелки и объезжай. Вот. Прыжок. Не получилось. Я бы сейчас полетел бы, да, ребят. О. Есть. Бомба какой-то. О, прыжок сделай. Ай, не получилось. Лови эти горки, лови. Толкай их в бок, но не взад. Лови. Во! Ускорение! Сейчас все разлетаться будут. Вот это вообще! Да! Все, стрелки ловим. Так. Так. Аккуратнее, взад не бей. Все. Набрал прилично ты. 123. Продолжить? Да, продолжай. Нажимай. Ребят, у нас 200 монет. Можно купить новый паровоз. Давай новый паровоз. Покупаем. Есть, гоу. 804 осталось. Погнали, так. О, какой крутой. Ух ты, давай энергию возьмем. Давай, ты ударился. Уху, поехали, опусти руки. Тебе легче так будет. Есть. Поехали, босс уже рядом написано. Опять взад попал, аккуратней. А то сейчас так будешь стопориться. Босс уже рядом. Вот так, ребята, ну. Вот он. Обгоняй его по синим стрелкам, не забывай. Есть. Раз. Еще. Мимо. Два. Еще. Все. У меня 800 денег, папа. Ну, давай еще. Поехали, давай. Только горки не пропускай, погнали. Давай. Так, ребята, сейчас, Игорюша. Только взад туда. О, смотри, какая-то энергия крутая. Все разлетаются, двигаешь всех. Монеты собирай, не забывай. Так. Босс рядом уже. Ребята, вот так. Ну-ка, вот это собирай и уходи сразу же со стрелкой. О, стрелку взял, ушел. Все улетели. Босс, аккуратно. Босс уже подходит. Вот он, босс. Стрелки лови. Раньше него стрелки лови. Вот этот лови. Ах, он тебя обогнал. Это тоже обогнал, зараза. Обгоняй быстрее. Вот, еще. Вот, синюю. Лови быстрее синюю. Он тебя взял. Эту тоже он взял. Ты взешь. Есть, ты берешь. Берешь, быстрее. Ну, синюю. Мимо. Синюю ты бери, Игорь, а что ты? Все. Ну, долго ты с ним мучился. Да. Да. Едем дальше такой. Прыжок не получилось. Забыл. Повнимательнее, ребята. Да, хорошо. Ой, взад не бей. На. Только в бок. Лови энергию. Вот она. Вообще. Вот это энергия! Я долбить могу всех тут! Уже 113! Все, закончилось. Аккуратнее. Теперь только аккуратнее. Собирай синие стрелки. Так. Да, главное не врезаться. Да, ребята, это очень тут внимательно надо. На! Есть. Так. Пап, ну я вообще здесь чувак, да? Чувак, ты здесь. На! Вот. Лови синие. На! Монеты. Прыжок! Да. Поехали. Ух ты, какой крутой. Сколько монет? Монеты. Опасно. Монеты. Ой. Не забывай. Да. Так, ребята. Комбо. Чувствую, скоро будет горка, внимательней. Скоро, наверное, будет. Синий собирай. Не забывай синие эти собирать, стрелки-то. Все. 126. Ну что, понравилось тебе? Да. Отличная игра? Да. Ну что, ребята, не забывайте заходить по ссылке под видео, которую мы оставим. У меня 990! А чтобы было не 990, а 1000, мы продолжим играть. А на сегодня... Это все. Пока-пока, мальчики и девочки. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И всем пока. Забегайте к нам в Инстаграм. Да. И ставьте лайк, кто играл в эту игру. Да, а я буду продолжать. Погнали! Давай, вправо. Ена! Смотри другие видео.
И не забудь подписаться на